Beauty Box, с вами Юлия Аскерова. Сегодня я нахожусь в одном из своих самых любимых мест, это спа by Алгатерн. Здесь можно не только расслабиться на спа уходы за лицом и телом, но также эффективно подготовиться к лету благодаря их уникальным аппаратным методикам, чем сегодня мы и займемся. Сегодня мы будем тестировать три процедуры, которые помогут нам чувствовать себя более уверенно в летний период. Это аппаратное омоложение, фотоэпиляция и процедура по удалению сосудистых звездочек. Итак, сейчас мы находимся в кабинете у дерматокосметолога Натальи Григорьевны. Итак, Наталья, скажите, с чего мы начинаем, какую процедуру сейчас будем делать, какой вердикт у нашего пациента? Ну, поскольку сейчас в преддверии лета все хотят оголять ножки, сосудистые звездочки тюлингектазии на ногах совсем не украшают женские ножки. Это точно. Поэтому, к большому счастью, мы располагаем в своем арсенале специальным аппаратом для удаления сосудистых звездочек на теле. Как он называется? Он называется ВНВФ, аппарат для термокоагуляции. Процедура безболезненная, очень быстрая. В течение нескольких минут буквально как ластик стирает сосудики на теле. Ну что, давайте попробуем? Этот аппарат действительно справедливо называют ластиком сосуд. Благодаря термокоагуляции он буквально склеивает сосуд, и тот исчезает прямо на глазах. Нужно чем-то обрабатывать? Сейчас в кабинете я намажу специальным кремом, который снимает отек, чтобы... А что это за крем? Целестодерм с гормицином. Uh-huh. Это гормональный крем. А дома это только одноразово я наношу, чтобы убрать отек. А дома чем-то другим нужно, да? Дома может пользоваться бипантеном. Uh-huh. В принципе, это не обязательно, пару дней. Значит, корочек у нас не остается. Корочек не остается. Отек сходит. Отек спадает через пару часов. Остаются, может остаться красные точечки. Это свернувшаяся кровь внутри сосудов. Ненадолго. Ненадолго. Пока не распадутся эритроциты, то есть у них есть период распада, то есть это может в течение там, 10-14 дней. И все. И ваши ноги становятся идеальными. Вот так. Всего каких-то 10-15 минут. Следующий этап – фотоэпиляция. На самом деле, это совершенно безболезненная процедура, во время которой вы чувствуете только прикосновение холодной насадки аппарата. Зато уже после первого сеанса с волосами можно расстаться на целый месяц. Чем-то нужно обрабатывать после процедуры? Нет, ничем не нужно. На подмышках, как правило, вообще не обрабатываю. Если обрабатываю большие участки руки, ноги, то пантенол спреем. Да. А на лице обычно бипантен крем. Угу, понятно. Скажите, и на сколько времени хватает, если сделать курс процедур? Ну, несколько лет вообще практически ничего расти не будет. Но вы же понимаете, в нашем организме ничего постоянного нет. Все равно активизируются спящие какие-то фолликулы, опять могут активизироваться фолликулы, в которых мы полностью истребили волосы. Поэтому через какое-то время могут опять начать расти волосы, но не в том объеме, не в том количестве, не такой толщины. А какой интервал между процедурами? Ну, для подмышечных областей, для областей подмышечных впадин это где-то раз в 1,5-2 месяца. Для удаления волос на руках и на ногах мы приглашаем пациентов раз в 2-3 месяца, не чаще. Не загораем? Да. Главное условие, конечно, не загорать месяц до, месяц после процедуры. Это не чемоданчики с кнопками от лезвия боеголовок, это чемоданчики с лазерными насадками. О как! Потому что Omnimax — это многофункциональная платформа, в которой, чтобы сделать другую процедуру, просто нужно просто сменить насадку. Фактически весь спектр эстетической медицины охвачен одним аппаратом. Это очень кабинет. Это очень удобно, да, не иметь здесь такой парк машин, да, дорогостоящих, которые пробивают банкинг с аппаратами профессиональными медицинскими. А тут всего один аппарат и вот целый банкинг. Его боеголовок. Итак, сейчас мы приступим к третьему завершающему этапу нашего преображения. Это будет аппаратное омоложение лица. Наталья Григорьевна, расскажите, пожалуйста, что это будет?
Это DPC-омоложение, основанное на фотоомоложении, запрограммированная система DPC, модифицированная конфигурация импульса. Мы поработаем над двумя проблемами. Но практически 100% наших пациентов всегда жалуются на расширенные поры, тусклый цвет лица, сниженный тургор кожи. Как раз таки программа на текстуру и справляется с этими, со всеми проблемами. На следующий день у Сабины будет свежий цвет лица, все ее будут спрашивать, где же вы отдыхали. Вот это класс. Она будет смотреть на себя в зеркало и радоваться. И так, таким образом, работая с внешностью, мы приводим внутренний мир к гармоничному состоянию и помогаем нашим женщинам чувствовать себя богинями. Богинями. Вторая проблема, которую я заметила у Сабины на лице, это, конечно, небольшой купероз. Поэтому второй проход у нас как раз-таки будет направлен на борьбу с сосудистыми изменениями на лице. Мой извечный вопрос. Это больно? Нет, это не больно, это неприятно около глаз, поэтому, как вы заметили, мы одели специальные защитные очки титановые, вот, поэтому она кое-где будет ощущать такие покалывающие вспышечки. Но эта процедура практически безболезненна. За счет, опять-таки, охлаждения сапфировым стеклом, термоэлектрически охлаждаемым. После процедуры что будет происходить с кожей? Как она будет выглядеть? Но она уйдет отсюда слегка розовая, потом это в течение пару часов успокоится. Дома пользоваться можно будет Бипантен кремом и, естественно, солнцезащитным кремом первые 3-4 недели. Посоветуйте, пожалуйста, нашим зрителям, как лучше ухаживать за кожей в летний период. Ну, во-первых, в летний период, конечно же, чрезмерное пребывание на солнце грозит такими неприятностями, как гиперпигментация, поэтому лучше пользоваться солнцезащитным кремом, когда планируется длительное пребывание. Конечно, нельзя забывать о качественном очищении и увлажнении кожи. Также помимо аппаратной косметологии, конечно же, у нас такой большой арсенал инъекционных средств, поэтому биоревитализация, то есть введение гиалуроновой кислоты в той же концентрации, которая находится в нашей коже, это создание санаторно-курортных условий для кожи в летний период, это крайне эффективная и полезная процедура. Также не забывать нужно о введении ботулотоксина, так как летом мы часто щуримся, хмуримся, конечно же, это не добавляет красоты нашему лицу. Хорошо, Наталья, спасибо вам огромное за ваш профессионализм и за сегодняшнее преображение нашей прекрасной Сабины. Итак, это был Beauty Box и Юлия Аскерова. Берегите себя и оставайтесь красивыми. Пока!